Вот эти скамеечки тут испокон веков. Я уже говорил, что 20 лет назад вот на этой аллейке я охмурял, юношески охмурял одну девицу. И, в общем, я вам скажу, что это был такой штурм просто ледяной горы. Ну, в итоге я по этой ледяной горке достаточно так плавно скатился вниз. Устал, как собака. Был еще совсем молодой, 2003 год это. Мне, блин, было... Должно было только исполниться 17 лет. Ну и, в общем, все это закончилось всего лишь с усталостью и все. Не то, что, блин, потом... А все почему? Потому что без секса, друзья мои. Одна, не одна, это подруга моей мамы, она как раз сказала эту фразу, как раз, когда мне было лет 18, а может быть лет 20, наверное, не знаю, что секс, он очень сильно связывает души, что именно когда вот он был, после этого все вот эти гребаные разрывы, они проходят настолько... Могут походить настолько ужасно болезненно, настолько вообще ужасно, что можно и грабануться, то есть вообще кроме шуток. Поэтому-то я и говорю, что детство, оно чем хорошо. Это чувство, я испытывал все свое детство, я имею в виду на букву L. Видите, с помощью зума удобно рассматривать, кто на пляже. Пляж все еще пустой, потому что... Было облачно. Я снимал до этого видео, здесь вообще было зашибись, когда было или облака, вообще никого не было. Как сказано, в Дни независимости, чем больше трясет, тем они дальше убегут. Вот, ну, в общем, я говорю, что это чувство я испытывал в детстве, но в детстве оно не было отягощено вот этим интимом, в общем, интимом, друзья мои. Не знаю, может, у меня у одного такая душа чувствительная. Может, не все такие чувствительные. Не знаю.